общем, 29 числа, начну с главного и закончу главным. 29 июля в этом зале будет проводиться годовщина, ну, уже двухлетие проекта «Хулиганшок». Фишка вся в том, что последний год проект ни разу вообще не функционировал. Но про него все помнят, знают, и там уже есть поэтические хулиганы, которые будут представлять, соответственно, 29-го этот проект, годовщина. В общем, в 6 часов сбор здесь, и, ну, если кто-то хочет как зритель прийти, приходите пораньше, потому что места уже не будет наверняка, может быть, там в 6, может, полседьмого-то точно не будет. И все мы будем начинать. Вот, это будет по старым правилам, закрытое голосование, импровизация там во втором туре. Ну, в общем, короче говоря, будут матерые поэты, афиша уже, группа прям выйдет в течение двух дней. Вот. А, это 29-го. А 21-го, до этого, за неделю, будет закрытие поэтарских дуэлей, ну, месяца на два, как всегда. Соответственно, будет вот последний в четверг, через один четверг. Вот 14-го не будет вообще, а 21-го будет закрытие. Вот. А микрофоны, они по вторникам как были, так и будут. Ну и, соответственно, у Ланы тоже в посредом мероприятия здесь как были, так и будут. Вот. А на август, соответственно, будет 4 августа пятилетие поэтария, годовщина такая, юбилей. И 11-го будет открытие критикомании проекта. Год годовщины и открытие, соответственно. Вот, в принципе, все. Ну и свободные микрофоны марафоны каждый вторник будут. И, соответственно, салон изящных искусств каждую среду тоже будут. В августе там одна только среда будет пустая. Так что вот, все насыщенно, ходите, окрыляйтесь, пойте песни, читайте стихи. Пока я жив, пока я не умер в дебрях соцсетей, делая эти мероприятия, чтобы у вас была возможность ходить реализовывать свои творческие амбиции. Вот, в принципе, все. Через 5 минут будем начинать. А подумайте, кто хочет быть в начале, кто в конце. Первая десятка, в принципе, уже есть, но я назову людей и скажете мне, в первой хотите быть десятки или во второй, кто уже претендент на первую, ну, знаете, да? Вот, и все. Через 5 минут, в общем, начнем. Если кому-то там покурить, идите.